На гэтым тыдні мяжа ў 3 мільёны тонн узята. Уборка зерня ідзе актыўна па тэмпах работы. У лідарах Брэсцкай вобласці, рэгіён, дзе уборка пачалася раней, сабраў ўжо больш як паўмільёна тонн хлеба. Далей ідуць Гродзенскай і Мінскай вобласці. Дарэчы, у Мінскай вобласці на жніве на тыдні быў і рэкорд. Першыя экіпажы двухтысячнікі. Віншаванні прымалі камбайнеры агракамбінат «Асноў». Нязвіскі раён сёлета лідар уборачнай у цэнтральным рэгіёне. Гэта мая 12-я уборачная кампанія. Любая компания, она по-своему, ну, сложное погодное явление, они все разные. Планируем в субботу закончить уборочную нашу компанию. Ну, в дальнейшем, наверное, поедем помогать другим хозяйствам. По Минской области 44%. На сегодня на утро было убрано зерновых зернобобовых культур. Мы прогнозируем, что где-то будет валовый сбор около 1 600 000 тонн сбора зерна. Но самое главное, что сегодня Минская область ведет активно сдачу зерна государству, выполняя госзаказ. Снова до конца тыдня планую уборку збожжа завершить. У среднем день убираются до 10%. Теперь опрацавана больше за 80% полёў с пшаніцай, ячменем и трыцікалі. Але с завершением жніва аграрыяў чакае падрыхтоўка полёў да сяўбы азімых.